чистый город. Я не местный, но чистый. Хотелось бы желать лучшего, конечно же. Во дворах очень много, где во многих дворах не убирали. На детских площадках постоянно бардак. Какие-то адреса конкретные припомните? Ну вот Краматорская есть, там пересечение с Медногорской. Потом вот возле 27-й школы детская площадка. Постоянно там грязь, там много кто выпивающих сидят, бросают все это. Ну так-то, в принципе, в таких вот только дворах частных, как таково, вот, большинство, где детские площадки особенно.